Всем привет! Лаки, поздоровайся, а то наши друзья уже соскучились за тобой. Привет всем моим пушистым и непушистым друзьям. Мы с Лаки наконец-то дождались новую серию LOL. Сегодня мы с вами откроем LOL Decoder Big Pets. Большие питомцы. О, здрасте, приехали. Опа, Лаки, ты что там точишь? Огурец. Лаки, ты собираешься своего друга открывать, диджей Хому? Не собираюсь. Пока Лаки занят поеданием, давайте рассмотрим упаковочку этого сюрприза. Здесь будет больше 15 сюрпризов. Очки, декодер, цепочка диджея Хомы, подвесочка, тоже какой-то кулончик. И кулончик с предсказаниями. Здесь нарисован диджей Хома. Ничего себе, Хомяк. Он же все травмы это жрет. И спрятаны другие рисунки. Хомячар, ты зачем рисунки спрятал? Которые можно увидеть с помощью очков декодер. Ну точно, какие там вкусняшки заныкал. Ну хомяк, быстро отдай мою траву. Лаки, у тебя есть такие очки? Я без очков вкусняшки носом слышу. А еще есть шарик. Большой шар, в котором сидит наш диджей Хома. Ну точно, всю вкуснятину себе забрал. На боковой стороне упаковки зашифрованы другие зверьки с этой серии. Ого, так там целая банда. И написано, сколько маленьких питомцев, 2 или 3. Ну точно, большая банда там. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что же там есть, кроме шара. Давай, открывай. Кроме шара там должны быть вкусняшки. Много вкусняшек. Лаки, тебе что, тоже интересно, что там такое? Если там вкусняшки, то интересно. Вкусняшки, 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 вкусняшки. Так, здесь у нас сюрпризики, которые были на упаковке. Давайте их откроем и посмотрим. О, ничего интересного. Здесь у нас очки декодер. Лаки, куда ты валишь? Пойду искать траву, раз есть нечего. Здесь все красные. Лаки. Здесь у нас ремешок. А он съедобный? Здесь у нас цепочка. Вау, какая ненужная ерунда. Можно ее использовать вот так. Ну, а можно и на копилку одеть. Можно бы и мне вообще-то дать поносить. Еще здесь есть лист коллекционера, инструкция и подсказочка. Сколько здесь у нас будет животных? Давайте прочитаем. Нарисована кошечка плюс хомячок плюс знак вопроса. В листе коллекционера нарисовано, какие есть большие питомцы. Это они, что ли, мою траву съели? И вместе с ними маленькие. Ого, сколько их. Ну точно, это они. Вот такой шарик большой с питомцем. Ничего себе, кормушечка. Лаки, как ты думаешь, кто там? Кто-кто? Диджей Хома обзор. А, тебе не терпится узнать и увидеть своего друга? Он ведь хомячок, твой родственник. Никакой он не родственник, сожрал все мои вкусняшки. Но кто в этом шарике, мы с вами узнаем в следующем видео. Так, еще одно видео будет. Да-да, Лаки, потерпи немножко. Сколько уже можно терпеть? Что, не хочешь терпеть? Ну, на сегодня все. Так, Лиза, и моя обещанная трава.
Хотите узнать, кто сидит в шарике? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Лаки, ты нажал на колокольчик? Я нажал. Уже давай. Тогда ты увидишь распаковку шарика. Да, я пока. Привет, кушать вкусняшки.